Проект «План Б» подошел к концу. В финале 41-летнему Тимуру Батрутдинову так и не удалось выбрать себе невесту. Артист предпочел одиночество. Ольга Бузова советовала ему не стараться идти на поводу у правил. «У тебя есть желание женщины, ты готов за кого-то из них взять ответственность? Если нет, значит, лучше не думай, отключи мозги и выбирай сердцем», — обратилась к юмористу певица. В итоге Тимур остался один. «Я все еще холостяк, но я поступил честно по отношению к девушкам и зрителям», — рассказал о своем решении Батрутдинов. После возвращения с Бали Тимур общался с двумя финалистками в Москве. Маргарите Гавриловой и Елизавете Аниховской не удалось завоевать сердце убежденного холостяка. Но девушки не сильно расстроились по этому поводу. Маргарита устала от шоу и захотела настоящих чувств. Елизавета и вовсе поняла, что Тимур – не ее человек. «Мне важно, чтобы мужчина оставался мужчиной в отношениях, был главным. Я не хочу, чтобы мужчина, который старше меня в два раза, истерил, а я переживала и успокаивала его. Это не совсем моя история, и я рада, что так все произошло», – цитирует Стархит слова Аниховской. Недавно Тимур Батрутдинов снялся с девушками в откровенных купальниках. Он откровенно рассказал об экспериментах в сексе. Юморист позировал рядом с полуголыми моделями.